Ну, вот что вам нравится при работе со мной? Может быть, что-то не нравится. Можно все рассказать. Ну, надо было мне предупредить. Ну ладно, хорошо, уже recording on going. Ну нет, почему мне нравится? Ну, просто как бы мне вообще такие люди, как вы, нравятся. На самом деле, может быть. Да, то есть в любом случае у меня много информации с разных сторон, но как-то мне вот ваши схемы, кому-то вот, допустим, я рассказывала в школе, что вот вы мне там строите, помогаете схему, ну, то есть неординарную, да, это запоминание. Вот, кто-то говорит, надо просто вот запоминать, кто-то вот линейно, нет, нет, нет. Я говорю, ну, кому как. Мне, например, эта схема нравится. Вот, допустим, Monico Partitivi, да, вот, которая схема, я вот четко у меня как-то уложилась она, потому что вот мы так все разрисовали, и все, вот, в общем-то, да, наверное, вот эти неординарные схемы мне нравятся. Ну, что еще могу сказать? Ну, просто как бы общаться уже тоже хорошо. Мне тут все равно тесно так. Русско-финский, да, как бы хорошо помогает. Вот, много очень информации, много информации по книжкам новым. Я, ну, у меня такое ощущение, что я даже лучше говорить стала вот с вами. Как-то у меня, ну, такой не то, что прям прорыв-прорыв еще пока, да, но уже вот такое ощущение, что, ну, как бы, ну, нет вот комплекса какого-то. То есть я уже могу общаться, допустим, даже в школе с учителями, там, и все, они так на меня смотрят сейчас, что-то такое произошло, что ли. Ну, хотя они знают, я говорю, что я занимаюсь дополнительно с преподавателем онлайн, что очень здесь приветствуется, у них все на карандаше, поэтому об этом лучше рассказывать, если вы живете в Финляндии, допустим, да, и в любой стране, что вы занимаетесь дополнительно, это они очень любят, что у вас вы, так сказать, инициативны, и вы проявляете интерес к изучению. Да. Вот. Ну и, конечно, очень много материала вы достаете и доступное объяснение, потому что некоторые вещи я вообще до сих пор не понимала, 1,5 года я училась, и сейчас только вот пришли какое-то понимание определенных правил даже, да. Вот. Поэтому, да, мне понравилось заниматься с Понятно. вами. Спасибо огромное. Вам Очень тоже. неожиданно и приятно. Да, но я говорю, что вот мы сейчас были, когда у нас пуга-кели тесты были вчера, Амула, и у нас преподаватель, она приходит только на тесте, из университета она приезжает, и она была на прошлом у нас, Мина мене факотин Только если и меня, то будет какой глагол? мина менин Да, менен. менен. Я иду, я шла, ну иду менен, да. Котин. Я Мина. Ei menin kioskille, koska minä ei pidä jättelöä. Minä menen kotiin on autoa. Ajaa 7 minuuttia. Koska, как сказать, рядом, koska minun koulun Lähellä. lähellä, joo. Lähellä, blisko. Lähellä, blisko lähellä. Ja minä olen venäläinen, minun äidinkieli venäjä, mutta minä puhun ei Espanja, Italia,
Я не отмина бо колмеја поликелта, Ингландија, Италија, Венеја, ја дахан, соле. Олен, асун лохела. Но не, ја. У меня сегодня спрашиваем, что завтра-то делаем. У нас учителя даже не знают, кто будет, что будет. Мы вам в тексте вести пришлем. Вот прислали тексте вести. Ильта, у меня телон тия шоме кела. Вистоисте юли юхдексен. Lähtien. Mm-hmm. Perjantaina on vapaapäivä. Завтра suomen kieli. Пятницу вапапаева. Ну, у нас в понедельник какой-то праздник здесь. Я думаю, что что-то тоже не будет. Mm-hmm.